Так что там, это, Юра, про подсолнечное масло у тебя было? Да и работал как-то я, водил, и тут выпили чуть-чуть, да, на меня самый трезвый садись за руль, повезешь. Вез я, блядь, там, сестру, жену, когда она еще была не жена. Ну и вот, масло, говорит, подсолнечное в ебе. И не сказали же сколько, надо-то было там ложечку маленькую. Это чтоб типа не пахло, чтоб, да? Чтоб не пахло, ага. Да. Ну я взял полстакана, въебал, блядь, свежий огурец. И с Новогорки доехал вот, где веселое, знаешь, мостик этот, блядь, ну, я узенький. Я понял, где это. Прям чувствую, буль-буль-буль. Я, темно уже, нахуй, никаких фонарей. Я вниз, в кусты, нахуй, туда, к орлику. Мяч как ракету, думаю, поднимет, нахуй. Мне глаза чуть ли не высрал. Да там пиздец, там подливка полилась, там, нахуй, ёб твою мать. А у меня это, ну, руки как слабо вот тут, вот, ладони чувствуют. Я трава да трава. Раз, жопу вытер, а это крапива, блядь! Ёб твою мать! Нихуя! Хорошо, машина большая, короче, и я нахуй стоя ехал, ёб, представляешь, блядь? А нахуя стоя-то? Ну как жопа горит, очко, нихуя! Вытри крапивы, блядь! Попробуй, блядь! Хорошо, блядь! Выключи просто, молодой парень. Ни колючки никакие, блядь. Нихуя. Не, ну колючки-то я почувствовал. Не, да я видал, у тебя репи к бороде не липнут. Ну, пиздец. А крапива, значит, вставила, да, тебя? Нихуя себе. Так и это самое, а перегаром-то пахло. Типа. Откуда я знаю, ни одного мента не было. А я-то что, чувствую? Ага. Я домой приехал, и уже дальше все. А больше такого не происходило, да? Больше я пизду. Ага. То есть масло, короче, помогло. Сразу, очень. Весь перегар вылетел, нахуй там, блядь. Чуть ли, кишки, блядь, вот так вот, прямая кишка, вот так вот. Показалось, блядь. Заебись, маслица. Наверное, не рафинированное или ну да, тогда еще не рафинированное. Олейно! Это было, блядь, знаешь, когда? 97-й год. А, ну там-то, наверное, да, серьезные масла были, серьезные, да.